привет! Меня зовут Алина, и сегодня мы с вами сделаем вот такие мелкие кудри. Поехали! Привет! Это я без мейкапа и без укладки. И, кстати, нам нужна чистая голова. Для начала я нанесу на волосы эликсир for hair. Он увлажняет волосы, укрепляет, питает, и еще у него есть термозащита. Также на волосы я нанесу пенку для того, чтобы мои волосы были послушными, а то я уже замучилась ставить их в угол. Теперь расчешем наши волосы, и нам нужно их разделить. Для создания этой прически нам нужна одна шпажка. Берем прядку волос, чем меньше прядка, тем больше будет кудряшек, и наматываем на шпажку. Затем возьмем утюжок и пройдемся по волосам. И вот такая кудряшка получилась. Я взяла слишком большую прядку, советую брать поменьше. И продолжаем завивать волосы. И вот мы сделали первый ряд, так скажем. Распускаем хвостик и продолжаем. И вот такая красота получилась. Конечно, я сделала макияж с красивыми стрелками, и получился классный образ. Мне очень понравилась эта прическа. Надеюсь, вам тоже. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Еще не забывайте про мой инстаграм. Ну а я всех очень люблю. Всем пока-пока. С вами была Алина. До новых встреч.